Долгожданная предновогодняя распродажа новостроек. Красный проспект, 13. С 6 по 13 декабря. Приходите. Скидки, подарки каждому. Стань хозяином новой квартиры. Вход бесплатный. Телефон 227-11-22. Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Квадратура». Новосибирская область возглавила рейтинг сибирских регионов по уровню строительства жилья в текущем году. По данным пресс-службы регионального правительства, по итогам 10 месяцев текущего года только в Новосибирске уже построено свыше 1 миллиона 35 тысяч квадратных метров жилья. Из них почти 192 тысячи квадратов – малоэтажное. Второе и третье место в Сибири заняли Кемеровская область и Красноярский край соответственно. Свое участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи», по которой в регионе построят 145 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса, официально подтвердили три новосибирских застройщика. «Запсиб Золото», строящий микрорайон «Радужный» в селе Верхтула, «Строитель», реализующий проект комплексного строительства в Новом Арусино, и строительная компания «Капитал», которая планирует развернуть стройку между поселком «Элитный» и заводом «Красный Восток». В рамках программы около 2000 новосибирских семей смогут купить новые квартиры по цене всего 30 тысяч рублей за квадратный метр. Строительство жилья эконом-класса планируется завершить в 2017 году. Какие еще интересные бюджетные предложения есть на новосибирском рынке новостроек, нам расскажет специалист агентства недвижимости «Жилфонд» Инна Новикова. Самое бюджетное предложение на рынке новостроек в строящихся микрорайонах на периферии города. Дешевле всего квартиру можно купить на старте возведения дома. То, что они предлагаются под последующую самоотделку, тоже снижает их цену. Например, в жилом комплексе «Солнечный берег», который расположен на берегу озера юго-западного жилмассива, предлагаются однокомнатные квартиры-студии стоимостью от 1 265 000 рублей. Если же вы предпочитаете правобережье, присмотритесь к новостройке на Выборной, где предлагаются однокомнатные квартиры от 1 633 000 рублей, а двухкомнатные всего от 2,5 миллионов. А вот в Кировском районе, в жилом комплексе «Матрешкин двор», квартиры сдаются с отделкой под ключ. Цена однокомнатных начинается от 1 555 000 рублей. Очень бюджетные варианты. Предусмотрено оформление придомовых территорий, парковок, детских площадок, строительство инфраструктурных объектов. Действительно, интересное предложение. Но ведь многие новосибирцы не решаются на покупку в новостройке, опасаясь, например, разделить судьбу обманутых дольщиков. Как купить квартиру в строящемся доме, при этом не попав в неприятности? Если вы решили приобрести квартиру в строящихся микрорайонах, чтобы быть абсолютно уверенным в своем выборе, лучше обратиться за помощью в крупное агентство недвижимости. В этом случае вы будете спокойны, что заключаете безопасную сделку. Все специалисты, обладая всеми необходимыми знаниями о положении дел застройщиков, предложат вам самые надежные варианты. Риэлторы и юристы внимательно изучат строительную документацию объекта, помогут получить лояльный ипотечный кредит от банков-партнеров, при этом переплачивать не придется. Ведь крупное агентство реализует новостройки по цене застройщика. Выгодных предложений на первичном рынке немало. Но насколько уместно именно сейчас, накануне Нового года, думать о покупке квартиры в новостройке? Возможно, условия будут еще лучше и стоит подождать. Наши сомнения развеял специалист агентства недвижимости «Жилфонд» Екатерина Степанова. Сейчас рынок строящегося жилья ведет себя стабильно. И по моему мнению, если вы намерены приобрести новое жилье в новостройке, покупайте. Момент очень подходящий. Ситуация, когда курсы валют столь непредсказуемы, и все сферы рынка испытывают на себе это дестабилизирующее влияние, самой твердой валютой становится квадратный метр. При этом падение цен ждать не стоит. Просто потому, что первичному рынку жилья в ближайшие годы переизбыток точно не грозит. Спрос будет стабильно высоким. К тому же ставки по ипотеке хоть и выросли, но кредиты по-прежнему выдаются. Какого-то ужесточения требований к заемщикам не произошло. Ну а перед Новым годом покупать квартиру в новостройке особенно выгодно. Застройщики заинтересованы в увеличении объема продаж, чтобы сформировать бюджет следующего года. Поэтому предлагают покупателям интересные варианты и готовы делать существенные скидки, участвуя в тематических выставках, распродажах и ярмарках недвижимости. Хотите свое новое просторное жилье? Возможно, для вас наступило время принять решение. Не откладывайте покупку новостройки на потом. Встретьте 2015 год хозяином новой квартиры. До свидания. Долгожданная предновогодняя распродажа новостроек. Красный проспект, 13. С 6 по 13 декабря. Приходите. Скидки, подарки каждому. Стань хозяином новой квартиры. Вход бесплатный. Телефон 227 11 22.